Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рирс, и сегодня мы играем в Ark Love Evolved. На серверах сейчас установлена версия 305, и игроки по всему миру в нашей замечательной игре радуются новому ивенту. Ивент на День Святого Валентина. Во-первых, посмотрите, как изменился загрузочный экран. Теперь все в сердечках, стрела Купидона, крылышки там его, все дела. Красивенько, да, так все? Розовенько. Романтично. И сегодня мы с вами собрались, чтобы посмотреть на это замечательное обновление. Ну что ж, пойдем по порядку. Представляю вашему вниманию стартовый пакет любого себя уважающего PvP-шера. Подобных ребят вы могли видеть, когда из-под текстур взрывали вашу базу, когда какой-нибудь человек убивал каждого сатрайба во время рейда выстрелом в голову, и делал он это молниеносно, каждая пуля летела в голову. Когда ты живешь такой на пляже, никого не трогаешь, левела так 20-30, приходит чувак на дрейке и ломает тебе базу. Вот примерно вот так они и все выглядят. Отцы ПВП. Мне кажется, шикарно. Итак, ивент. Что же нам нужно для начала? Для начала нам нужно, конечно же, котелок. В котелке все это чудесное дело варится. Открываем котелок и смотрим, что же мы видим в разделе праздник. Какие есть скины. Во-первых, есть скин на лук. Замечательный. Есть скин на наручники для гранаты. Скин на голову. Будет у вас такой нимб над головой. Крылышки ангельские. Ну и юбчонка Купидона. Также есть еще эмоция, при помощи которой вы можете флиртовать. Это все дело получается при помощи определенных предметов, которые, собственно, добавили в игру с выходом этого обновления. Нам понадобится коробка, шоколада и леденцы, валентинки для Дина. Они получаются у нас с рыбалки. Ну, давайте быстренько пробежимся сейчас по скинам. Собственно, вы сейчас можете перед собой видеть часть комплекта. Я его немножко усовершенствовал, чтобы полноценно соответствовать данной ситуации. Вот такой вот, собственно, лук. Стильный, модный, молодежный, стреляет... Оп! Розочками. Если обычная стрела. Если мы поставим транквилизирующую стрелу, будет следующее. Оп! Все зеленое, красивое. Ну и, конечно же, огненная стрела. Вау! Сказочка. Вот так выглядит новая эмоция. Вот он, называется флирт. Господи. Не, ну могли хотя бы для мужского-то персонажа, сука, юбку не добавлять. Надеюсь, не заблокируют это видео. О да, говорит, мы идем убивать бомжей. Наручники сам на себя применить не могу, но могу применить гранату. Вот так выглядит граната от первого лица. Вот так от третьего. Такой маленький медвежонок. Давайте посмотрим на взрыв, который она издает, эта граната. Такое все праздничное. Давай сюда ее бросим. Сердечки в разные стороны разлетаются. Ну, сказочка, да? Одно удовольствие будет взрывать базы такими гранатами. Сейчас пойдем покажем наручники. Для этого нам понадобится еще один игрок. Ну, а вот так выглядит скин в своем первозданном состоянии. Нимб над головой, крылышки и вот эта вот чудесная юбка. Я сейчас перенесся на базу для мини-ивента. Сейчас проводится у нас на сервере. Вот такой, знаете, нужно найти... вот это место и прилететь сюда. И дальше, собственно, ивент продолжится. Пока буду записывать серию, посмотрим, может быть, кто-нибудь доберется уже за это время. Подсказанки в дискорде отправили, так что подписывайтесь на дискорд, чтобы в будущем поучаствовать еще в похожем ивенте. Здесь вон сумчатый лев, шелкопряд. И базилка. Лена, дарю тебе букет цветов. Лена, Лена, розы тебе дарю. Токсичная стрела называется. Это когда ты выкладываешь видос, который показывает, как можно в криостазис ввести Дина, чтобы было проще выращивать, и чтобы увидели этот видео разработчики, и чтобы поскорее нахрен пофиксили эти баги, а тебе такие пишут:
Ой, чмо! Баг спалил! Баг спалил! Ты зачем спалил баг? Вот такие, как ты, портят всю игру. Ты баг спалил, теперь все про него знают. Знают про баг все. Все про баг знают. Вот, собственно, это токсичная стрела была. Пропиталась токсичностью. Нас спалили. Здрасте. Все нормально? Итак, господа, вот, собственно, так выглядят новые наручники. Для всяких там утех и все дела. Ну, вы понимаете, да? Ивент уже начинается, давайте немножко поприсутствуем, посмотрим, что здесь вообще будет происходить. А что происходит? Немножко любви вам. С праздником! И тебя с праздником! И тебя с праздником! Всех с праздником! Такая бритятина! Хорошо, пока ждем, давайте посмотрим на новых чибиков, которые добавили. Да, новые чиби Дина. 5 штук, даже 6. Есть вот такой вот чибик. По-моему, самый интересный, это двойные паразавры. Влюбленные. Влюбленные паразавры, которые вот парой ходят. Мы с Тамарой ходим парой. Распускаем везде тут такие вот свои лепесточки. Лепесточки, а в основном розочки. Ой, розочки, все собрал. Сердечки розовые, говорит, везде распускаем. Вот такие вот ходим парой туда-сюда. Обратно. Так, чиби Сарка. Встаньте оба два, я вас запечатлю. Всем добра и позитива. Позитива. Хорошо, давайте посмотрим на Сарка. На Сарк. Ну, тут все просто. Сарказух, Сарказухович. Вот такой вот паренек забавный. Немножко Сарказух. Или Сарказух. Немножко он перебрал с едой. Нужно ему немножко побегать и сбросить лишний килограмм. Следующий, медведь. Данный медведь имеет старую модельку, собственно, медведей. Не переработанную еще. Но, собственно, такую модельку можно увидеть у полярных медведей. Ну, не конкретно такую, а вот примерно такую же. Морду забавную. Но морду хрен посмотришь. Такой полубобер, полумедведь, полупомоги, говорит, роди меня обратно. Зачем, говорит, вы меня создали? О боже. Что с ним не так? Давай посмотрим еще, какие бывают окрасы у них. Он, смотри, белесый. Практически. Традон тоже забавный. Мелочь эта пузатая. Вот он. Бешеные глаза. Как будто он куда-то хочет по-быстренькому сходить. Посидеть так, подумать. Зверюга мощная. Также есть титанозавр. Обычный титанозавр. Как будто бывает другой, да? Ну, это что-то среднее между бронто и бронто. Вот такая вот херня. Лицо у него безумное. Вот это рожа, вот это я понимаю. Титанозавр Игнат, сразу по нему видно. Убийца, 66 тысяч. Угу. И погнали, посмотрим на последнего чибика. Та-да-да-дам, та-дам! Это чертов грифон. Чертов грифон. А вот он, милаха парень. Классный чибик. Хорошо, теперь как же это все добро получить? Где же взять эти конфеты? Где же взять шоколадки? Тут уже тусня собралась, прям отличненькая такая. Надо всем веселье понакидать. Уху, веселимся. Все, думаю, хватит. Все это добывается, господа, с рыбалки. Видите, вот. А, нет. Это уникальный окрас животных, да.
Сейчас вы перед своими глазами видите, какие цвета, собственно, добавили в игру для наших замечательных диносов, каких мы диносов можем видеть. А я их, конечно же, проговорю. Красный, пурпурный, светло-красный и белый. Ну, это, собственно, и есть пурпурный, да, розовый. Добавлена в игру ивент-вариация целоканта, рыбка койл. Они бывают такого розового цвета, сейчас, может быть, мы найдем, даже порыбачим. Нужно их, собственно, поймать. Из них выпадет, собственно, полезные вещи, которые пригодятся нам для крафта всех этих предметов, которые добавили в игру. С них падают конфеты, и с них падают шоколадки. Шоколад используется... Ну тут грех не вставить, господа, ну грех. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Натуре. Шоколад используется для исцеления прирученных существ и для значительного сокращения времени приручения. Что такое тут лежит? Вот она, эта рыбка, господа, вот она. Рыбка, которую нужно поймать. Если хотите универсальный плод, который поможет вам рыбачить, то у меня есть для вас видео. Сейчас вы можете его наблюдать в верхнем правом углу. Будет на него всплывашка. И также внизу в описании ссылочку оставлю. Во, я нашел место. Идеально. Давайте координаты вам скажу. 46 на 71, если что. Если кому интересно. Ловить рыбка, большая, маленькая, желательно со сердечками. Хочется посмотреть, сколько падает с обычной удочки. Потом сразу на легендарную поймаем. Чисто посмотреть. Скорее всего, тоже от качества рыбы зависит. От удочки, от качества рыбы. И все в совокупности. Ну, собственно, так же, как рыбалка работает. В Red Dead Redemption рыбалка интересней. А, Z, E, D, S. Да, смотри, Чиби Сарка поймал 4 простые леденцы для диносов. Вот они леденцы, вот они окрасы. Можно будет посмотреть. 4 штуки простых. И Сарка даже, Чибик поймался. Все с рыбалки ловятся, и чибики, и конфеты, и шоколадные конфеты. Давай попробуем на легендарную удочку, посмотрим, что поменяется. Ловлю какую-то. Какую, непонятно. А, нормальная, та, которая нужна. Смотри, легендарный предмет. Нихера себе, сколько выпало. 15 конфеток простых. Одна легендарная выпала. А чиби какой-нибудь новый выпал. Так, у меня было по одному. О, чиби трайк выпал. То есть можно и старых чибиков отсюда вылавливать. Слушай, прикольно. Не знал. 4 коробки шоколадных конфет. Во, отлично. Да, вот они. По одной штуке. Хранятся 6 часов. Несмотря на происхождение, этот шоколад восхитителен. Существа на острове обожают его, так как он полностью исцеляет их и ускоряет процесс их приручения. Ну, или ускоряет процесс их приручения. Так, давай посмотрим, насколько он ускоряет процесс приручения. На 40%. Хорошо, теперь нам нужно какое-нибудь животное. Теперь нужно его просадить немного с обреза. Даем конфету и смотрим, насколько он хилит. Сам жрет ее? Нет. Так, даем на фул. Теперь если положить... Да, кулдаун. Кулдаун 3 часа, господа, на конфету. То есть одну конфету в 3 часа можно для животного кормить. Давай нового животного призовем, посмотрим. Для него можно ли конфету сахатить в него. Да, кулдаун накладывается только на то животное, которое вы кормили уже конфетой. То есть можно ее использовать, допустим, в том же PvP, но раз в 3 часа. Но на фул, допустим, спасти вашу гигу какую-нибудь лютую, либо еще что-нибудь, там, захилить того же титана. Хотя, слушай, у вас тоже эта навязчивая идея возникла, призвать титана и проверить. Кайджу вызываем. Ну, в нашем случае он маленького левела. Даем ему конфету. Жрем, ничего не происходит. Отлично. Хоть в чем-то мы тут согласны с разработчиками, что нельзя его никак похилить. Дадим конфету, посмотрим, что будет с ним. Ну, не легендарную точно, легендарную хочется оставить на кого-нибудь. Обычную конфету дали. Баф он никакой не получает, ничего не получает. Просто титан такой вот, все. Давай посмотрим сразу на легендарную конфету, сколько она дает. Она дает 15% скорости и рандомные показатели раскраса у него всегда. Вот такой вот. Газбакс получился у нас несусветный. Сейчас на ноготочки куда-нибудь пойдет, да? Судя по его внешнему виду. Так, смотрим следующую конфету. Какую-нибудь такую, допустим, возьмем. И пойдем, наверное, туда, где светло. Вот куда-нибудь сюда. Вот. Следующая конфета. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
Нормально, слушай, надо раздуть. Мега корова. Ну все, видите, вот в этих розовых тонах. Розово-красно-голубых тонах. Вот такой еще, давай попробуем. А? Ничего не говорил? Показалось. От 5 до 15% скорости дают эти конфеты. Ну, стандартные конфеты. Все, господа, предлагаю на этой ноте завершить сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. Это все, что добавили разработчики. Но там еще было несколько небольших фиксов, связанных с улучшением нашей игры. Сейчас увеличены рейты на выращивание, на получаемый опыт игроками, на сбор ресурсов и на приручение. На выращивание x3, на остальное все x2. На наших серверах увеличены рейты только на выращивание. По выходным у нас настроены сервера так, что иксы увеличиваются. На PvE иксы становятся x3, на PvP x2.5. Ну а теперь плюс выращивание до 18 числа с учетом наших иксов. Ну сколько там гига? За 7 часов, по-моему, яйцо инкубируется. Либо за 8, где-то так. Ну, сами считайте, сколько X. Сейчас все активно занимаются выращиванием. Серия была записана на моем проекте Rears Game Server. Ссылка на него, как всегда, в описании. Приходите, всем рады. Также вступайте в группу ВКонтакте. Новенькую завел, тоже есть в описании. Там всякие мемасики постятся, видосики и так далее и тому подобное. И совсем забыл сказать, нас на канале уже 50 тысяч. Всем огромное спасибо, очень приятно. Всем счастливо, всем до новых встреч.